К большим олимпийским победам через малые игры. Первую летнюю олимпиаду решили провести все три детских сада микрорайона Южный. И несмотря на то, что соревнования среди детских садов округа уже традиционны, эта олимпиада стала отличной от остальных. Мы очень рады, что рядом с детским садом у нас такой замечательный стадион 28-й школы. Мы как бы вот приходим сюда, и детишки с удовольствием занимаются. Капитан команды детского сада номер 13 на стадионе впервые. Но, как и подобает лучшему спортсмену в группе, он не растерялся. И сам упражнение выполнил, и команде своей дал пример. Мама, папа спортом не занимаются, только я один занимаюсь спортом. Этот вид состязаний не входит в обязательную конкурсную программу. Если ребенок пройдет на руках по турнику, то команде засчитываются дополнительные баллы. Но желающих испытать себя именно здесь оказалось больше всего. Когда у мамы и у папы будут выходные, я буду с ними сюда ходить и ползать. Я занимаюсь спортом, лазанье по турникам с мамой. Всего участникам олимпиады нужно пройти 7 конкурсных испытаний. Среди них бег, прыжки, катание на самокате, метание мяча и даже мешочка с песком. Задания воспитатели детских садов продумали задолго до олимпиады. Учитывая возраст спортсменов, нужно было подобрать такие, чтобы интерес у детей не пропал. Я попал 2 раза в лузу и очень довольна. Больше всех довольна команда детского сада номер 36. Именно она заняла первое место в малой летней олимпиаде. А остальные участники смогут тренироваться еще целый год, чтобы подготовиться не к играм в детском саду, а к урокам физкультуры в школе. Юлия Кузьменко, Анна Маринет, Сергей Удовиченко, Телемикс.